Дорогие друзья, добрый день. Приветствую вас на канале Boston Technic. Меня зовут Андрей. Сегодня ваше внимание предлагаю культиватор блочно-модульный КБМ. 10-метровый захват у него. Абсолютно в рабочем состоянии культиватор. Значит, у него билотовская стойка. Значит, крылья по 12 стоечек, 2 ряда по 6. Плюс катки вот такие винтовые. Вот, на центральной части у него 1, 2, 3, 4, 5 и там 5, 10 стоечек. Итого 34 стойки с лапами. В данный момент стоит временно вот такое колесо. Будет заменено на родное, на стандартное. Такое. Вот резина, по большому счету, здесь вообще в отличном состоянии. Диски ровные, все. Протектор отличный. Вот, что одно, что второе колесо. Рама вся целенькая. Она в свое время модернизировалась немножко. Здесь вот эта вот средняя такая изогнутая часть, она, это уже модернизация, усиление дышло. Также вот здесь усилилось немножко. Вот, поэтому в любом случае по запросу более подробное техническое видео предоставим со всеми местами усилений. Рабочие цилиндры абсолютно в работоспособном состоянии. Необходимо провести ревизию, подтянуть, потому что вот на одном цилиндре не подтянут, вот загрязнение. И вот на боковом, на раскладку, то же самое. Необходимо обслужить, подтянуть, почистить. А так, по раме нареканий нет. Металлические колеса опорные, они есть в наличии. Лапки износ абсолютно разные. Вот вообще новая лапка стоит. Вот такая. Здесь такая. Поэтому он еще походит в данном состоянии. Ну, кому необходимо, могут сделать себе ревизию. Ну, а так на твердую четверку с плюсом состояние. Друзья, данную технику можно приобрести как за наличный, так и безналичный расчет в любое время. Обращайтесь, мы находимся в городе Волгоград, улица Историческая, 183. Спасибо за внимание. До новых встреч.